Re, viss ēters ir te! Штраф в размере 1 300 000 евро наложил Литовский совет по конкуренции на сеть кинотеатров «Форум Синемас» в Литве. Совет констатировал, что между компанией и двумя другими литовскими сетями «Мультикино» и «Синамон» существует картельное соглашение. Фирмы согласовали между собой цены на билеты. Между тем, все три компании работают и на рынке Латвии. В Латвийском совете по конкуренции говорят, сеть «Форум Синемас» уже получила по заслугам в нашей стране. Речь идет о деле 2012 года, и тогда Совет по конкуренции оштрафовал Форум Синемас за злоупотребление доминирующего положения в рынке. Тогда Форум Синемас ограничивал возможности своих конкурентов предлагать более низкие цены, разные акции, но конкуренты не согласились и подали заявление в Совет по конкуренции. Мы возбудили дело и констатировали, что да, здесь же было нарушение, и оштрафовали Форум Синемас на 30 000 лат.